спецназ СБУ «Альфа» освободил экипаж турецкого судна «Махмед Юнлу», находившегося в порту «Южный». Для этого пришлось пойти на штурм корабля. Напомню, что сегодня ночью с корабля поступил сигнал СОС. И позже стало известно, что два члена экипажа избили руководящий состав и захватили судно. А уже утром всех пострадавших доставили в больницу. Вот что известно к этому часу, расскажут мои коллеги. Сигнал СОС турецкого судна «Махмед Юнлу» поступил вчера в 23:25. Два члена экипажа устроили в капитанской рубке драку, нанеся травмы коллегам. Часть экипажа забаррикадировалась, спасаясь от нападавших. Взяли железный нож и атаковали, были сильные удары. Вот здесь у меня самая серьезная рана, у капитана здесь и здесь. У меня глаза, большая проблема вот здесь. Взбунтовавшиеся члены экипажа обесточили балкер и взяли в заложники пятерых. Судно, которое шло транзитом через Южный из Николаева к выходу из Черного моря, легло в дрейф неподалеку от входа в порт. Диспетчеры вызвали буксир «Чемпион», который пришел на помощь и оттянул судно дальше от камней. На место прибыли СБУ, пограничники, полиция и ГСЧС. Медики развернули две операционные, в порту дежурили три бригады хирургов. Изначально была информация, что на судне могут быть погибшие. Мы с подразделением по борьбе с терроризмом и «Альфой» вышли на судно, вот, и провели спецоперацию, в ходе которой задержали двух подозреваемых, вот, и освободили всех членов экипажа. Это не носит какой-то террористический акт, это не террористический акт, это просто попытка захвата было судна членами экипажа. В больницу Южного доставили пятерых членов экипажа. Тільки в одного помічника капітана є поранення шкіри голови. Причому ми зараз даємося, робимо рентген-снімок, чи немає там, чи не сквозне, чи нема поранення кісткового. А ножових поранень там нема ні у кого. А які? Які? Ушкодження шкіряних покроїв. В одного з них ми підозрюємо прилом кісток передпліччя. В основному такі травми, які одержують під час бійки. Тем временем двух турок, захвативших корабль, забрала полиция. На место событий также прибыл представитель турецкого консульства. Сейчас судно охраняют пограничники. Александр Полуев, 7 канал.